Адаптация восточного супа на веганский лад. И хотя в составе только овощи, он получается густым, сытным и согревающим. Овощная шурпа подойдет для постного меню. Берите рецепт на заметку. Подробнее, как приготовить овощную шурпу, я расскажу ниже. Из овощей еще можно добавить цукини. Также будут уместны шампиньоны. Вода 1 литр или овощной бульон. Картофель 400 грамм. Нут 100 грамм вареный. Помидоры 200 грамм. Картофель 150 грамм, маленький. Баклажаны 150 грамм. Цветная капуста 150 грамм. Чеснок сухой 1/2 чайных ложки. Соль по вкусу. Лавровый лист 1 штука. Черный молотый перец по вкусу. Масло растительное 1-2 столовые ложек. Морковь 1 штука. Зелень 1/4 пучка, укроп, петрушка. Количество порций 2-3. Подготовьте все ингредиенты. Картофель очистите от кожуры, нарежьте ломтиками среднего размера. Помидоры нарежьте кубиками. Влейте в кастрюлю 1 литр воды, добавьте картофель, доведите до кипения. Добавьте помидоры, лавровый лист, нут, сухой чеснок, соль и перец по вкусу. Варите до мягкости картофеля. Остальные овощи крупно нарежьте, добавьте растительное масло и перемешайте. Запеките овощи при температуре 200 градусов до готовности. Суп налейте в миску, сверху выложите запеченные овощи. Для украшения используйте зелень. Овощная шурпа готова, приятного вам аппетита!